Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Инстаграм поделилась публикациями в связи с проходящими во второй раз днями поэзии Вагифа в культурной столице Азербайджана Шуше. Публикации сопровождаются словами «Дни поэзии Вагифа Шуша-2022». Трогательные мгновения, вызывающие гордость. Шуша-2022. Мехрибан Алиева также поделилась стихотворением молодого поэта, участника Отечественной войны. Салам! Ay illərin həsrəti salam. Bizsiz darıxmısan, hövsələn darmı? Salam ev içində bitən gül çiçək. Bizi kənd etməyə həvəsin varmı? Salam ana yurdum, ata ocağım. İllərin həsrəti bitdi, gəlirik. Sən bizsiz, biz sənsiz çox darıxmışıq. Vüsal həsrətinə yetdi, gəlirik.